Эля, привет. Вот я обещал тебе показать, как волк дорогу выгоняет. Видишь, каждую секунду он ей не дает даже кушать. Это когда она яйца должна снести, так самец бегает за ней, чтобы никто другой не смог на гены повлиять, понятно, да? Вон там они бегают. И вот так они каждую секунду вот. И сразу можно определить, что это скоро голубка на яйца сядет. Все очень легко, когда знаешь. Идет. Сейчас за ней голубь.
Так. Со всех сторон, кстати, пытается же сесть. Почему, ну, нельзя, чтобы открытые были вот так? Вот. И все, он, ну, может не сесть же вообще. Самое плохое в этом. И будет несанкционированный взлет. Естественно, хищники или кто-то этим воспользоваться, и поэтому нужно очень аккуратно. Вот он взлетел вроде бы. Вот. Видите, никак. Со всех сторон пытается так сделать. По ветру, против ветра, как угодно. Ничего не получается. Пока в голубятню не залетит, он так и будет. Так это они засиженные, ну, не летали.
же учитывает еще, чтобы